канале Toy House, и у нас машина только для лучших людей. И лучшие люди, давай смотреть. О, вот красиво. Давай начнем уже с этой, да уже с этой. Вот такой у нас салончик, как у настоящей. Руль даже крутится. Офигеть. Давай начнем уже с багажника, уже с дверек. Очень обидно. О, не очень в тачке обидно. Я так орбаразно говорю. Ну, посмотрите. Обалдеть. Тут проработан багажник. Закрывается. Теперь давай начнем с старикова джипа 101. Колесики у нас крутятся. По сравнению этой, она размером этой. Только черная, конечно. Но размером. Вот такой наш салончик бежевый. Я думаю, он будет черный. Покрышки у нас имитации резиновые. Салон бежевый, как у настоящей. Ой, руль как живой. Теперь начинаем с этой. Боже, тут даже багажник проработан. Что за хороший день еще. Салон черный, как я и хотел. Руль у нас такой. Френдзонная, энерзонная. И последняя. Это машина. Салон такой серый, неожиданный. Двери. Багажник открывается, не капот. Звук не издает. Вранционная, инерционная. Обидно. Багажник открывается, звуки не издает. Только два дверки, а капот не открывается. В следующий раз даже задние дверки не открываются. Но их вообще здесь нет. Короче, мне это все не нравится. Пускай добавят дверки туда, а в следующий раз, когда в следующем ролике вы увидите джип, там, где у него все открывается, даже звук и френдзона с инерционной. Пока!